episode. Водительское удостоверение, пожалуйста, и свидетельство на регистрацию транспортного средства. Скорость выключите, пожалуйста, и машину заглушите, пожалуйста. Будьте добры, водительское удостоверение. Я понимаю, что у вас нормально, все хорошо. Давай. Езжай. Оставляй его здесь. Да. Антох! Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба досмотреть этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Знакомьтесь, его зовут Владимир Алехин, он бывший сотрудник ДПС. А теперь подробнее о ситуации, которая сложилась недавно. Что там происходит? Не, с водителями Ауди. С водителями Ауди. Что там, водители Ауди? Держи в курсе, Жень. Принято. Скажи Антону, пусть он выйдет, посмотрит поближе, кто там вообще может сесть, ну, в общем, под контролем держать водителей, которые могут поехать пьяными. Ну вот, надо проверить, пьяный, не пьяный. Проверьте, пьяный, не пьяный. Нет, когда будет подходить, там надо ставить когда у машины. Когда будет подходить, пусть Антон подойдет поближе и к машине, к той. К той машине. Да, вижу. Здравствуйте. Нам бы водителей бы проверить, потому что здесь все пьяные, и от Чайханы номер один на Карла Маркса скоро все поедут. Ну, пока еще не едут. Они вот сейчас садятся в машину, завелись, скоро уже поедут. Адрес какой там? Карла Маркса какой? 67/1. Два автомобиля без номеров, два новых Audi Q8. Может быть, экипаж где-то там вот неподалеку, он здесь недавно был. Сейчас посмотрим, направим. Давайте, может быть, я тогда на связи с вами буду, как лучше поступить, потому что они сейчас вот садятся, тут усаживаются все там компании. Где. Сейчас подъедут, если что, наберете. А через сколько вам перезвонить? Или вы перезвоните, номер запишите, экипажу передадите? Тронуться машину, набирайте. Давайте. Сейчас экипаж и подошел. Хорошо. Он спал, голос такой заспанный. Повторите, ребят.
До дежурки, скажи, дозвонился. Нормальный человек сел? Ну, в пальто, который белолетний почему. Скажи, трогаются. Они трогаются. Ваш едет навстречу. Экипаж навстречу? Передали, все. Отлично. Ну, скажи, скажи им, чтобы они там стояли. Два нужно остановить. Два нужно остановить. Непонятно, в каком кто. Ключевое, чтобы они остановили два автомобиля, потому что неизвестно, в каком пьяный, в одном или в двух. Проконтролируйте и скажите им сразу, обозначьте. Они трогаются, выезжают. Потихоньку сама трогайся. Менты что-то направо ушли, блин. Не поехали к Чайхане. Да и не нужно им ехать к Чайхане. Догоните их. Потихоньку двигайся. Они, короче, куда-то делись, вообще непонятно. Они тронулись, мы сейчас едем вперед. Чуть-чуть потихонечку едем. Я понял. Экипаж потеряли. Они повернули направо, на Кольцовской куда-то деться. Я понял. Ну, в общем, будем вести их потихоньку. Притормози. Здесь едете? Просто притормози здесь. Без поворотничка, да, просто притормози. Езжай, езжай, медленно, медленно. Их пропусти, да? Да, да, да. Можешь остановиться даже сейчас. Машина вот эта 3А. Да, я уже понял, да. Ну нет. Не идет она. Прямо поехали, прямо. Вы где? На встречу приедем прямо сейчас. Перед ними. Ну вам нужно развернуться. Мы сейчас выехали на проспект Революции в сторону Пролетки, едем. Два автомобиля эти впереди нас. Без номеров, Audi Q8. Внимание, экипаж. Два автомобиля Audi Q8, Чайханы выехали. Они уже едут по проспекту Революции, уже едут в сторону Пролетки. Они поворачивают, разворачиваются в противоположную сторону. А, значит, в сторону ЮВЖД разворачиваются. Где этот, скажи мне, как он называется? Ростелеком. Ростелеком, где Ростелеком? Где? К Токио повернули. И Токио. Они паркуются. И ты паркуйся справа. 468 Саратов. Нет, они остановились, они на нас просто рисовали, сейчас дальше поедут. Че они там там видно? Они разворачиваются. Они сейчас будут разворачиваться. Сидят, я смотрю, сидят. Не-не, вот. Это только пассажиры вышли. Сел обратно, да. Так, пойдите. Все. Пошел к той машине. А вон там видна тебе та машина? Нет. Нет.
Наедет. Разворачивайся. А, да-да, принял, принял. Держи. Направо. Да, вот здесь вот где-нибудь. Да, потихонечку просто едет. Просто пили потихоньку. А там одна осталась еще. Ты им по рации скажи, что мы уедем в сторону ЮЖД. Двигаемся в сторону ЮЖД за одной. Одна там осталась. Привет. Вы за одну поедете, и нам в другую пойти или как? Что им делать? Почти. Поехали за этой. Поехали за этой. Мы сейчас к ЮВЖД подъезжаем. Она тронулась. У ЮВЖД уже на светофоре. Сейчас, скорее всего, будем направо уходить. Сейчас посмотрим на мост на Чернавский. Нет, прямо. Нет, на мост, на мост, направо, на Манежную поехал. На Манежную. Ага, все отлично. Вы там далеко? Мы сразу поворачиваем за вами. Кстати, у вас экипаж поехал тоже на Манежную. Тише, тише, потихоньку. Нет, что-то я не вижу экипажа. А экипаж сзади, нет? Поворачивай, налево. Поворачивай налево, Сак Иванцетти. Да, налево. 468, налево, поворачивай по Сак Иванцетти, остановили. Давай, давай, давай. Все, хорошо, хорошо. Да, 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 да. Хорошо. Отлично, отлично. Все, 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 останавливаю. Сейчас проверим. Давай, давай. Я сейчас выйду. С тобой останавливайся, останавливайся, останавливайся. Доброй ночи, инспектор ДПС Чернинск. Водительское удостоверение, связь, регистрация. На Манежку поворачивай налево. На Манежку перекресток налево. А где документы ваши? Да, дом будет. Ну, спит позади. Сейчас подъедет человек. Ну, а как бы управлять транспортным средством без документов? Ну, права есть, у меня их с собой нет. Дать права? Ну, конечно. Где они есть? Ну, я имею фотографии. Фотографии есть. Вообще, где же ваше водительское удостоверение? Дома. Ну, а что без водительского удостоверения катаетесь? Не взял с собой. Да, ну, дома административный материал составим. Сейчас человек подъедет. Хорошо, хорошо. Сейчас машина подъедет. Да, хорошо. Выйдите, там уедет, пожалуйста. Автоматы, да? Вас как зовут? Дмитрий. А? Дмитрий. Дмитрий. Вы говорили, что Дмитрий? А? Нет. Выходите, я свидетель буду. А? Почему? Ну, а зачем? Ну, если вы не убивали. Если вы не убивали. Да. Все. Все, хорошо, сейчас ждем документы. Если вы не убивали, то продуйтесь, да поедете дальше. Вы же не убивали. Нет, вы не убивали, точно алкогольных напитков никаких. Ну, соответственно, какие проблемы? Я не спорю, я сам что спорю. Ну, проходите свидетельство. Не, я понимаю. Но свидетельство не будет проходить на месте. Посмотрим, сейчас человек подъедет. Я понял, хорошо. Он далеко? У вас да вообще нет, никакой, вот никаких с собой документов нет? Да нет, никаких нет. Сын родился у друга, вот я давно хотел довезти. Вот здесь, по прямой направо. Присядьте, пока патрулю автомобиль. Я там тормозить надо.
Водите скорую сирень, будьте добры. Будет, он слева не снижен. Здесь 100%. Это же лизнь. Это 100%. Сейчас вы документы не скажу. Сейчас у нас выйдет. Мы сейчас выдумаем, что есть. На всякий случай. Заглушить, пожалуйста, помоги. Нет, все, сейчас идет завода нет. Не надо. Водите по пустырению и съедите на транспорт на 35 км. Поехали, сколько можно знать? Куда вы собрались? Водитель, водитель, с удостоверения, пожалуйста, и свидетельство на регистрацию транспортного средства. Слушай, с кем работаю? Нет, права еще не видел. Центр, давайте это со мной. Скорость выключите, пожалуйста, и машину заглушите, пожалуйста. Центр, давайте. Приехали сюда, собственно, вы остановили. У нас все в порядке. Все документы в порядке. Очень хорошо, можно посмотреть водительское удостоверение ваше. Но мне никто не показывал. Вот никто не показывал. Все же нормально. Я понимаю вас прекрасно. Будьте добры, водительское удостоверение. Брат, у нас все нормально. Я понимаю, что у вас нормально, все хорошо. Я понял. Все нормально. Что вы доверили? Дай полицию. Поставьте, пожалуйста, на паркинг. У нас на паркинг стоит. У вас S1 стоит. Паркинг стоит. Нет, на паркинг поставьте. Давай. Езжай. Оставляй его здесь. Здесь, конечно. Да. Антох! Не.
Короче, здесь только оставайся. Вот здесь я не понимаю. Паркуй здесь. Зря он уехал, конечно. Да товарищ. Да что случилось? Да сделал, уехал. Да я понял, что разговор прошел, ты же стоял там. А? Разговор что был? Да разговор как-то не сложился. Человек в состоянии опьянения. В смысле, сейчас подъедет сотрудник сюда. Ну, подъедет. Подожди, послушай. Ну, разреши машину свою, что-то не задержишь. Ну, ты сейчас отсюда уедешь. Ну, останови. Машину. В смысле, ну, конечно, я уеду, что делать? Ну, а ты кто такой, что не держишь? Отойди, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Я что делал? Машину хочу сесть. Что ты делаешь? Я ничего не делал, прошу машину сесть. Сядешь ты сейчас в машину? Ну чуть все, отпусти, дальше. Не трогай меня, пожалуйста. Ты можешь подождать? Нет. Почему? А почему я должен делать? Я прошу, пожалуйста, отойди, не трогай. Я тебе, пожалуйста, прошу, не трогай меня. Не трогай меня, отойди от машины. В чем проблема? Сотрудник полиции, нет. В чем проблема? Тихо. В чем проблема? Подожди. Сотрудники полиции сказали ждать. Подожди. Давай, стопай здесь, оставайся, оставайся. Подожди. Давай. Вот, все, зачем? Вы какие-то люди накинули. Что ты кидаешься? Иди сюда. Ты зачем сейчас кидаешь? Снимай. Алло. На кого? Ну зачем на человека кидаешься? Нормально? Ты сейчас пьяный, зачем ты кидаешься? На кого я кидаюсь? Ты сейчас сядешь за руль, собьешь что-то кого-нибудь, тебе наоборот жизнь спасает. Блин, ты себя угробишь. Вы нормально, на кого кидаюсь? Я в машину сел, все. Сейчас ты кидаешь, все. Че, на кого я кидаюсь? Че они там? Да соскочили. Да? Куда я кидаюсь? Не кидайся, ни на кого. Да я ни на кого не кидался. Все хорошо, давай. Все нормально. Ну а что, какие-то люди меня задержали? Тебя никто не задержит. Вы меня сейчас задержите. Тебя экипаж остановил. Экипаж уехал, все, меня выпустили. Экипаж уехал за вторым. Нет, тебя никто не отпустили. Тебя стали ждать. Граждане, кто мне сказал? Попросили. Экипаж. Ну я пойду. Еду сюда. Что за бред? Ну пойдешь, не надо никуда идти. Что за бред? Ну а что мне делать? Мне какие-то люди задержали, какие-то машины. Тебя задержал экипаж. Блядь, только свидетели. Тебя экипаж задержал. Вы нормальные? Кто меня задержал? Не трогайте меня. Почему? Я не знаю, что за люди вообще ко мне подошли. А что мне делать? Мы вышли управлять. Какие люди? Пройдем. Боже мой, голову все проломит. Не проломит. Бред какой.
Вот скрылся, да, я так понял? Да, он стапок. Ну, я сразу говорю, надо бы ключи забирать. А у них не ключи, у них старт-стоп. А, старт-стоп, я понял. Да. Надо было из машины вытаскивать. Что это за люди? А фамилия неизвестна его? Он мне сейчас довольно книжку передал. На какую-то бабушку. Ну ладно, рожа-то его есть все равно. А в ориентировку по экипажам передали в дежурку? Передали. Слушай, какой наглостью надо обладать, чтобы подъехать в состоянии с признаками опьянения сюда? Это я, честно, удивлен. Вам знаком тот водитель, который на таком же аналогичном автомобиле подъехал? Я понял, что за люди, что не надо. Здравствуйте. Ну его там в итоге не задержал никто, да? Да я мы летели, понимаю. Я не знаю, куда он. Куда неизвестно. Мы сами постоянно на форум. Ему быстрее-быстрее, пока форум забыл. Я говорю, я на ПП использовал. Очевидно было, что он, конечно, слиняет. Где проживаете? На Кольцовской, да? Сейчас супруга сможет выйти на второй? Ну, возвести. Давай туда отвозим. Тата, мой телефон надо второй. Ребятам. Ну что, давай в отдел устанавливать и сейчас. Вы медицинская сессия будете проходить? Сначала на состояние алкогольного опьянения на алкотек приютите. Будете проходить? Нет. В наркологическое учреждение поедете? Нет. Отказываетесь, да? Пройдите, смотри, помоги. Да я придумали. Я понял, что все придумали. Алло. Да стою здесь, ну. Да здесь же стою. Да. Да здесь же, брат. Что, кто где-то не звонит? Друг. Водитель Ауди, второй. Нет. Я понял, хорошо, что есть, сейчас подожди. Документы на автомобиль, пожалуйста, покажите. Документы на автомобиль, покажите, пожалуйста. Да? Да вы документы ищите, вы документы, а не телефон. Ищите. Не, не телефон нужен. Не, куда вы поедете в таком состоянии? А? Нет, да не поедете в таком состоянии. А? Никуда вы в таком состоянии не поедете. Ну вот, я тебе говорю, то, что ты, блин, хуеплет. Послушай, ты знаешь, кто такой хуеплет? Послушай. Ты вот знаешь? Это тот, кто сейчас говорит несоответствующие слова действительности, понимаешь? Mm-hmm. Я этих вещей не говорил. Уважаем, поэтому не нельзя так. А я тебе говорю. Вот я тебе говорю, ты говоришь, что несоответствующие действительности. Таких людей так называют. Он хочет за правила быть. По каким правилам? Ну за правила. Ты подставляешь своих других, других людей, своей вот этой вот поебению. Каких людей подставил и как? Других. Ну скажи, как я подставил? Каких ты не знаешь. Послушай, я залил бутылки человеку и заставил поехать? Послушай меня, ты не знаешь людей, которые поехали, ты не знаешь людей, которые сидят за рулем. И какая разница, ты не знаешь людей, не знаю, зачем они совершенно верно. Зачем они пьяные поехали? Ты считаешь, нужно понять, что он пьяный поехал. Ты считаешь себя совершенно правым. Но есть люди, которые, блядь, у которых своя жизнь, свои дети, свои родители. И они поехали просто, блядь, потому что их попросили, грубо говоря. А ты делаешь так, что эти люди попали под монастырь. Они на всю жизнь, блядь, грубо говоря, лишились, блядь, управления. Это не важно. Их никто не заставлял. Их просто попросили по-братски. По-братски попросили? Да. Они ехали аккуратно, они никого не трогали.
И мы бы решили этот вопрос по-другому, просто по-культурному, по-человечески. Но ты делаешь это. Пьяным, ты делаешь слушай, это. По-братски убивает людей пьяные водители. По-братски это, да? Скажи блядь, мне, пожалуйста, ты делаешь это на свою ебучую камеру, чтобы показать людям и чтобы за это получить деньги. И ты от этого кайфуешь, понимаешь? Так, Дмитрий Владимирович, на месте медицинское свидетельство. Да вы если нормально общаетесь, не воспринимаете за слабость. Борь. Я тебе сказал, отвали! Хуеплёты чё? С ними нормально. Нормально с вами разговаривали, пидорасы, блядь. Заткнись нахуй. Заткнись сам нахуй, блядь. Я тебя ебало разобьёшь. Ебало ты себе разобьёшь, понял? Если кто не подписан, подписывайтесь. Ну и вместе мы силы.